27 мая вся Россия празднует Государственный день библиотек. Своим профессиональным праздником его считают все работники этой сферы. Эта дата имеет немаловажное значение и призывает не забывать о социальной значимости данной профессии. Ведь именно библиотекарь поможет нам в выборе нужной литературы, не говоря уже о том, как приятно держать в руках именно печатный вариант любимой книги. Где, как не в библиотеке, можно разом встретить невероятное количество всевозможных изданий. Мы встретились с одним из представителей этой профессии. В центральной библиотечной системе у нас по штату 39, по району. Это центральная районная библиотечная система, включает 13 филиалов. В библиотечной системе работаю с февраля месяца этого года. Честно сказать, первое время как-то все равно непривычно, потому что в этой сфере я не работала ранее. Но со временем безумно стало интересно, потому что до прихода я не думала, что в библиотеке, как сказать, настолько интересно можно как бы организовать свою работу. Как и в любой праздник, в этот день принято поздравлять коллег и друзей, имеющих непосредственное отношение к этой профессии. Сегодня общероссийский праздник, День библиотекаря. Библиотечная система из всех направлений культуры занимает особое место, хотя бы в силу того, что библиотечная система несет в себе просветительскую функцию. Она приучает людей любить и читать книгу. Надо сказать и отрадно это отметить, что в последнее время отношение к нашим библиотекарям изменилось со стороны государства. Руководство республики и нашего района прилагает все усилия, чтобы условия наши, в которых работают наши коллеги, менялись к лучшему. В прошлом году была открыта великолепная детская модельная библиотека. В хуторе Дмитриевском наш коллега смог теперь работать в новых условиях в заново отремонтированном сельском доме культуры. Сейчас идет строительство двух домов культуры в хуторе Казено-Кужорском и в ауле Ходз, где наши библиотекари тоже займут достойное место. На очереди стоят ремонт остальных сельских домов культуры, в том числе библиотек. Я еще раз повторяю, что власти делают абсолютно все возможное и реальное, чтобы улучшить жизнь наших библиотек. Отрадно отметить, что в канун Дня библиотекаря мы получили благодарственное письмо от министра культуры Республики Адыгея Аутлева, в котором он отмечает роль работников культуры нашего района, в том числе и библиотекарей, в том, что они проводят кропотливую, каждодневную грамотную работу. Что я хочу пожелать моим коллегам? Дорогие коллеги, работа библиотекаря – это особая работа. Это очень тихая, абсолютно незаметная, лишенная рекламы и массовости, как правило, кропотливая работа каждый день. Но вы делаете эту работу во имя достижения огромной великой задачи. Вы приучаете людей любить книгу. Книгу, которая является, может быть, одним из самых интересных и лучших достижений человеческого гения за всю историю мировой цивилизации. Лучшей книги быть не может. Как человек довольно консервативный, я считаю, что книгу не заменит никакой интернет, никакая цифровая информатика. В этот день я хочу пожелать вам новых творческих успехов, исполнения всех ваших желаний, семейного и душевного уюта. Одним словом, счастье, благополучие абсолютно во всем. Фиунарухам мамариллю, загору унагариллю, для жапача фиак, для шамфи арсаасу, для загору утхамкодра ухзаддигажу тхамнасабзажу фиш. Праздник хочу пожелать коллегам счастья, здоровья, благополучия, творческих успехов, потому что в какой-то степени наша работа и творческая, идем в ногу со временем, поэтому желаю успехов в работе и благополучия. Мы, в свою очередь, присоединяемся к поздравлениям. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабского района.